Мурзик, давай скажем папе с мамой, что конфеты ты тоже все съел. Тебе какая разница, ведь звездюлей за поваленную елку тебе уж все равно не избежать. В год крысы весь мир страдал от вируса, которым люди заразились от летучей мыши. А в год быка, думаю, мы решим не изобретать велосипед, а спокойно помрем от коровьего бешенства. После встречи Нового года не можешь на водку смотреть, а водка и не предназначена для рассматривания. Разговаривают инопланетяне. И чему люди так радуются? А, Земля сделала оборот вокруг Солнца. Я же говорил, что они неразумные. На Новый год. На Новый год хорошие мужья наряжают елку, а очень хорошие – жену. У подавляющего большинства россиян за последние 30 лет появилась новая примета. Худшие подарки на Новый год дарит правительство.